Несмотря на то, что подписание соглашения об ассоциации Украины с Европой на саммите в Вильнюсе так и не состоялось, на Харьковский Евромайдан снова вышли люди. При этом, в отличие от Киева, митинг прошел спокойно, собралось меньше 1000 человек. Правозащитник Евгений Захаров выразил уверенность, Украина все равно подпишет соглашение, но добиваться этого надо исключительно мирным путем. А инициаторы митинга предложили подготовиться к этому событию, собрать весь украинский негатив и в чемодане отправить в мутный союз. Друзі, ми вважаємо, що з такими поганими цінностями, як корупція, нерівність, рейдерство, бідність, невпевненість у своїх силах, непрозорість, безвідповідальність, воровство, примус і свавілля не можна йти в Європу. Ми пропонуємо ось на цих картках бажаючим написати свої погані цінності, які ми віддамо Віктору Федоровичу, покладемо в цей чемодан. І нехай мутний союз забирає його. Пікетчики предложили в тому же чемодані в Кремль відправити і самого Януковича. Несмотря на то, что пожелания митингующих вряд ли исполнятся сразу, сторонники евроинтеграции решили собираться на площади и дальше. Завтра к пикетчикам обещают присоединиться музыканты и литераторы, а потом участники Харьковского Евромайдана планируют отстаивать свои надежды по воскресеньям. Марина Николаева, Андрей Радич, агентство телевидения «Новости».